пройдется, молодой человек. Что вы делаете? Я ничего не делаю. Я вас уже не трогаю. Да вы что, вы трогали? Вы признаете, что вы трогали мой велосипед? Я вас его не трогаю. Вы признаете, что вы трогали? Он у вас сам падает. Сам падает? Сейчас он падает? Сейчас он падает? Вот я хочу оставить его в таком же положении, понимаете, на каком основании? На каком основании? Можно солнышко отойти, то затеняет. Почему? Потому что мне тоже очень хорошо. Вот если, вот я сейчас снимаю, если этот велосипед куда-то тронется, пока меня не было, вы будете нести ответственность, конкретно вы. Все хорошо, я пошел, я сейчас приду. Если он, я вас предупреждаю, если я не собираюсь просить вас об охране, я этого не говорил, это ваши слова. Если, я повторяю, если он сейчас уедет отсюда, то вы будете нести ответственность. Я вас снял на видео зелик, понимаете? Но я его не охраняю. Я не прошу вас охранять. А что вы на по 5 минут пошли? Ну-ка заставьте меня вывести его на каком-то основании. Видите, на каком основании? На каком основании? Того, что это труп. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение, что вы сотрудник милиции. Можете снять ваши погоны? Ой, отлично. МВД. Что? Отлично. МВД. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение. Я вас прошу, вы обязаны? По закону о милиции, а законы о милиции... У меня есть руки заняты. А у меня тоже руки заняты, понимаете, как я выведу велик? Пойдемте, выведем. У меня тоже велик занят, понимаете? Сейчас покажите, пожалуйста, удостоверение. А вы мне оставите в сумке, понимаете? А понимаете? Сходите, я подожду вас здесь, я никуда не пойду. Я вас уже хочу сюда подождать, вы пошли сюда. Хорошо, вот я снимаю еще раз велосипед. Если он отсюда уедет, я вас снимаю вместе с ним. Вы понесете ответственность. Я за него не отвечаю. Не отвечаете? Нет, не отвечаю. А почему я должна за него отвечать? А вы сотрудник милиции? Да, сотрудник милиции. Что дальше? Да, можно узнать ваше имя, отчество, должность, удостоверение? Можно увидеть ваше? Пойдемте, как ходу. Сейчас, пойдемте, можно показать? Сейчас, можете показать? Нет, сейчас, сейчас. Вы как бы пытаетесь пресечь незаконную деятельность. Да. Вы должны представиться. Я представлюсь. Вот понимаете? Вот. Понимаете? Все, все, до свидания. Можно показать ваше удостоверение сотрудника милиции? Я прошу вас. На законном основании показать вам. Я вам показала. Вы прячете его сейчас от меня. Я вам показала. В данный момент вы прячете. Я его не видел. Я не прочел вашу фамилию, должность, имя, отчество. Я вас абсолютно не знаю. Там ваш сотрудник ходил. Давай скорее иди сюда, у меня тут проблема. Давай бегом.